Ужасный чеснок, эпизод 42. История о покинутых, призраки из трех проклятых земель. Первая история, шепчущий колодец. Пролог. В самом сердце оживленного района Махим в Мумбаи находится Цузачиул, место, пропитанное шепотом и тенями. Днем этот шаль ничем не примечателен, он представляет собой разрушающийся пережиток прошлого, где жизнь кипит, несмотря на упадок. Но ночью он превращается во что-то гораздо более зловещее. Его узкие коридоры и тускло освещенные углы оглашаются мягким шорохом неизвестного. В центре этой темной истории находится старый колодец, забытая реликвия, хранящая в себе больше, чем просто воду, он хранит тайну, которая сохранялась десятилетиями, тайну, о которой никто не смеет говорить, кроме как шепотом. Глава первая, начало конца. Муссон только начался, заливая город непрекращающимся ливнем. Жители Цузачиул спешили по узким улочкам, шлепая ногами по грязным лужам, направляясь домой. Запах влажной земли смешивался с ароматом благовоний и специй, создавая пьянящий аромат, который висел в воздухе. В одной из многочисленных тесных квартир шала окна сидел молодой человек по имени Анил и смотрел на дождь. Недавно он переехал в Шали и поселился в маленькой сырой комнате на третьем этаже. Анил был художником, которого тянуло к хаотичной энергии города, но он быстро устал от гнетущей атмосферы Чала. Постоянный шум, стесненность жилища и жуткая тишина, царившая по ночам, начали сказываться на нем. Сидя там, погруженный в свои мысли, он заметил что-то странное. Сквозь пелену дождя он увидел фигуру, стоящую у старого колодца во дворе. Фигура была окутана тьмой, но он мог различить слабые очертания женщины, ее длинные волосы безвольно свисали вокруг лица. Она стояла неподвижно, глядя в колодец, словно что-то ища. Анил почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он слышал истории о колодце, о том, как много лет назад в него упала женщина и утонула. С тех пор колодец был заброшен, оставлен гнить и разлагаться. Но на этом истории не закончились. Люди говорили, что дух женщины все еще находился в колодце, ожидая, пока кто-нибудь ее освободит. Он покачал головой, пытаясь отбросить эту мысль. Это была всего лишь история, глупая суеверие, призванная пугать детей. Но, глядя на фигуру у колодца, он не мог избавиться от ощущения, что в ней было что-то еще, что-то темное и извращенное, скрывающееся прямо под поверхностью. Глава вторая, спуск. На следующий день Анил не мог перестать думать о фигуре у колодца. Он расспрашивал окружающих, но жители Шала молчали, их лица бледнели при упоминании колодца. «Лучше не говорить о таких вещах», — предупредила его старуха дрожащим от страха голосом. «Некоторые вещи лучше оставить в покое». Но Анил не мог этого оставить. Его тянуло к колодцу, к тайне, которая его окружала. Той ночью, когда все легли спать, он спустился во двор. Дождь прекратился, воздух стал густым и влажным. Перед ним маячил колодец, камни которого были скользкими от мха и возраста. Приближаясь, он почувствовал странное ощущение, покалывание в затылке, как будто за ним наблюдали. Он огляделся, но двор был пуст, единственным звуком был далекий раскат грома. Анил глубоко вздохнул и выглянул из-за края колодца. Тьма внизу была непроницаемой, зияющая пустота, которая, казалось, тянулась вечно. Вдруг он услышал шепот, тихий и невнятный, похожий на шелест листьев на ветру. Оно шло из колодца. Сердце Анила бешено колотилось, когда он наклонился ближе, пытаясь разобрать слова. Но шепот становился все громче и настойчивее, пока это не стало всем, что он мог слышать. Это был не один голос, их было много, хор шепотов, которые, казалось, поднимались из глубин колодца и кружились вокруг него, как буря. Он отшатнулся назад, его дыхание стало прерывистым. Шепот следовал за ним, эхом отдаваясь в его ушах, наполняя его разум чувством страха. Тогда он понял, что эти истории правдивы, колодец был проклят, его преследовал дух умершей там женщины. И теперь она тянулась к нему, пытаясь утащить его во тьму. Глава третья. Распутывание. В последующие дни Анил все больше увлекался колодцем. Он перестал рисовать, перестал есть, перестал спать. Шепоты преследовали его день и ночь, их голоса становились все громче и настойчивее. Они говорили о вещах, которых он не понимал, вещах,
которые наполняли его холодным, ползучим ужасом. Жители Чала стали замечать в нем перемену. Он стал тенью самого себя, глаза пустые и запавшие, кожа бледная и липкая. Он часами смотрел в окно, устремив взгляд на колодец внизу. Некоторые говорили, что он сошел с ума, другие, что им овладел дух женщины в колодце. Однажды ночью, не в силах больше терпеть, Анил решил противостоять источнику своих мучений. Он спустился во двор, воздух был пропитан запахом разложения. Колодец стоял перед ним, темная зияющая пасть, которая, казалось, манила его ближе. По мере его приближения шепот становился все громче и неистовее. Они говорили о смерти, об отчаянии, о вещах, которым нет места в мире живых. Но Анил теперь был вне страха, его охватила отчаянная потребность знать, понять тьму, лежавшую в сердце колодца. Он протянул руку и коснулся края колодца, камень был холодным и скользким под его пальцами. Шепот достиг апогея, какофония голосов, казалось, окружила его, окутав удушающими объятиями. А затем, без предупреждения, земля под ним поддалась, и он начал падать, кувыркаясь во тьму. Эпилог. Бесконечная ночь. Анила больше никогда не видели. Жители Цузачил шептались, что его забрал дух из колодца, утащил в глубины, где она так долго ждала. Колодец вскоре заделали, вход закрыли тяжелой каменной плитой. Но шепот продолжался, эхом разносясь по узким коридорам Шала, постоянное напоминание о тьме, которая лежала прямо под поверхностью. А ночью, когда дул сильный ветер, их все еще можно было услышать, шепот колодца, зовущий всех, кто готов слушать, заманивающий ближе к краю, ближе к тьме. Ибо дух женщины в колодце не удовлетворился одной душой. Она жаждала большего, всегда была голодна, всегда ждала. Жители Цузачаула научились жить со шепотами и игнорировать их, насколько могли. Но страх так и не исчез. Оно оставалось в тени, в ночной тишине, постоянное напоминание о том, что некоторые вещи лучше оставить похороненными и забытыми. Но в темноте колодца ничто никогда по-настоящему не забывается. И вот шепот продолжается, ожидая, что следующая душа подойдет слишком близко, прислушается и упадет. История Анила и колодца стала еще одной частью темной истории Чала, историей, которую шептали глубокой ночью, чтобы напугать детей. Но для тех, кто знал правду, кто слышал шепот, это было предупреждением. Ведь в Цузачиуле прошлое никогда не умирает по-настоящему, оно живет, скрываясь в тени, ожидая следующей ничего не подозревающей жертвы. Конец шепчущего колодца. История вторая, багровое проклятие. Пролог. В глухой русской деревне, где зимы долгие, а ночи тянутся бесконечно, существовала леденящая душу легенда, передающаяся из поколения в поколение. Это была история, рассказанная шепотом при свете костра, история, от которой дрожь пробежала по спине тех, кто осмелился ее слушать. В легенде говорилось о проклятой квартире, проклятом месте, где, как говорили, обитала сама смерть, прячась в стенах и ожидая подходящего момента для удара. Это история багрового проклятия, история семьи, которая переехала в новый дом только для того, чтобы оказаться в ловушке злой силы, сущности, обитавшей в самых стенах их нового жилища. Проклятие проявилось в виде красного пятна на стене, знака, который становился ярче с каждой жизнью, которую оно уносило, пока не осталось никого, кто мог бы рассказать эту историю. Глава 1. Новое начало. Семья Ивановых искала новое место для жизни, начало новой жизни после многих лет лишений. Когда они нашли квартиру в деревне, она показалась ей идеальной, уютной, доступный дом, в котором достаточно места для их небольшой семьи. Это было старое здание со скрипучими полами и сквозняками в окнах, но у него был характер, и они быстро влюбились в него. Распаковывая свои вещи, они заметили нечто странное, слабое красное пятно на стене гостиной. Оно было маленькое, едва заметное, и поначалу на него не обращали внимания. Они предположили, что это всего лишь след, оставленный предыдущими жильцами, не более того. Но с течением времени пятно, казалось, росло, становилось все глубже и растекалось, как чернильное пятно на пергаменте. Они пытались оттереть его, используя все возможные чистящие средства, но пятно отказывалось сдвинуться с места.
Раздосадованные, они решили заклеить его обоями, надеясь скрыть неприглядный огрех. Той ночью, когда они обосновались в своем новом доме, в их сердца начало закрадываться чувство беспокойства. В деревне было пугающе тихо, единственным звуком было завывание ветра снаружи. Ивановы прижались друг к другу, пытаясь стряхнуть это чувство, но тишина как будто давила на них, тяжелая и гнетущая. Глава 2. Первая ночь. Первая ночь в новой квартире прошла беспокойно. Ветер снаружи бил в окна, и странные скрипы и хам разносились по старому зданию. Но ни ветер и ни скрипы не давали спать семье, а что-то другое, нечто гораздо более зловещее. Глубокой ночью, пока вся семья спала, красное пятно начало слабо светиться, пульсируя, как сердцебиение. Воздух в комнате стал густым, наполненным невидимой энергией. А затем из пятна начала появляться рука, призрачная малиновая рука, мерцающая в темноте. Рука бесшумно скользила по комнате, ее пальцы вытянуты, как будто что-то ища. На мгновение он завис над отцом, Михаилом, а затем без предупреждения бросился, обхватив холодными пальцами его горло. Глаза Михаила распахнулись, у него перехватило дыхание, он попытался закричать, но не издал ни звука. Он дико метался, его руки царапали воздух, но хватка была непреклонной. Через несколько мгновений все было кончено. Тело Михаила обмякло, его безжизненные глаза уставились в потолок, лицо исказилось в последнем беззвучном крике. Рука ослабила хватку и снова растворилась в пятне на стене, оставив после себя гробовую тишину. Глава 3. Распутывание. На следующее утро семья Ивановых была в шоке. Михаил был мертв, его тело было холодным и окоченевшим в постели. Были вызваны власти, но они не смогли найти объяснение его смерти. Как будто его жизнь просто угасла, не оставив после себя никаких следов. Но семья знала лучше. Они видели, как пятно стало темнее и ярче, и ощутили злобное присутствие, задержавшееся в комнате. Страх начал овладевать ими, и они поняли, что они не одни в квартире, что с ними скрывается что-то злое, скрывающееся в стенах. Той ночью пятно снова запульсировало, и рука вернулась. На этот раз он потребовал мать, Елену, его пальцы сжимали ее горло до тех пор, пока у нее не перехватило дыхание. Дети, теперь невероятно напуганные, забаррикадировались в своей комнате, отказываясь спать, их глаза были прикованы к стене, где пятно, казалось, светилось нечестивым светом. Они могли слышать движение руки по квартире, мягкий шелест ткани, проходивший сквозь стены в поисках следующей жертвы. Но ночь прошла без происшествий, а когда рассвело, рука отступила, оставив детей потрясенными, но живыми. В отчаянии и ужасе они обратились за помощью к деревенским старейшинам, которые рассказали им о проклятии, мрачной истории о мстительном духе, который давным-давно был привязан к квартире, духе, который не успокоится, пока не заберет жизнь всех, кто там жил. Глава 4. Последняя битва. Понимая, что оставаться в квартире они не могут, дети планировали уйти. Но проклятие взяло верх и не позволило им уйти так легко. Когда снова наступила ночь, пятно стало ярче, и рука вернулась, более решительная, чем когда-либо, закончить свою работу. Дети сгрудились в углу комнаты, в страхе сжимая друг друга, когда рука появилась из стены. На этот раз он двигался медленно, намеренно, словно наслаждаясь моментом. Воздух потрескивал от энергии, и дети чувствовали присутствие духа, его гнев и ненависть, наполнявшие комнату. Как только рука собиралась ударить, дверь распахнулась, и в комнату вошел старик. Он был деревенским старейшиной, человеком, который раньше имел дело со сверхъестественным. Он носил с собой талисман, древнее заклинание, обладающее, как говорят, силой изгонять злых духов. С криком он поднес талисман к руке, и ослепительный свет наполнил комнату. Рука отпрянула, ее форма замерцала, как угасающее пламя. Пятно на стене начало сжиматься, его цвет тускнел, пока не превратился в слабый след, едва заметный в тусклом свете. Рука издала последний мучительный вопль, прежде чем исчезнуть в стене, оставив комнату в тишине. Проклятие было снято, дух наконец изгнан. Эпилог. Призрачное эхо. Дети Ивановых выжили, но ужасы, свидетелями которых они стали, навсегда изменили их.
Они покинули деревню и никогда не вернулись. А квартира была заброшена, оставлена гнить и разлагаться. Но легенда о багровом проклятии жила. В деревне до сих пор говорят о красном пятне, о руке, выходящей из стен в поисках живых. А некоторые говорят, что в определенные ночи, когда ветер воет в пустых комнатах, все еще можно услышать эхо рук, все еще ищущих, все еще голодных. Ибо в темноте, в ночной тишине некоторые проклятия никогда по-настоящему не умирают, они просто ждут, выжидая, пока следующая неосторожная душа не осмелится пересечь их путь. Конец багрового проклятия. История третья. Тихие глубины. Пролог. В тихих прибрежных деревнях Корео, где море шепчет древние тайны тем, кто осмелится их слушать, существует легенда, от которой мурашки бегут по спине даже у самых смелых душ. Жители деревни шепотом говорят о мулгвишинах, призраках утонувших, обреченных обитать в водах, унесших их жизни. Говорят, что эти духи вечно ищут друзей в своем вечном одиночестве, таща неосторожных в водную могилу. Это история одного такого духа, чья история печали и места передавалась из поколения в поколение, являясь пугающим напоминанием об опасностях, скрывающихся в глубинах. Глава 1. Затонувшая деревня. Онвилаги была и Бангра расположен на берегу острова Йевисланд, места, где море было одновременно подателем жизни и забирающим души. Жители деревни зависели от океана как источника средств к существованию, но они также знали, что нужно уважать его силу. Они рассказывали истории о мулгвишинах, предупреждая своих детей никогда не приближаться к воде ночью. Говорят, что давным-давно в деревне жила молодая женщина по имени Сайон. Она была известна своей красотой и добротой, но ее жизнь ознаменовалась трагедией. Однажды бурной ночью жених Сайон, рыбак, затерялся в море. Убитая горем, она бродила по берегу в поисках его следов. Дни превратились в недели, но от его тела не осталось и следа. Не выдержав боли, Сайон бросилась в океан, надеясь присоединиться к смерти своего возлюбленного. Но море, казалось, было не столь милосердно. Ее тело так и не нашли, и вскоре после этого в деревне начали происходить странные вещи. Рыбаки рассказывали, что видели в воде бледную фигуру, ее длинные волосы развивались, как морские водоросли, глаза были полны печали и гнева. Глава 2. Первая жертва. Прошли годы, и история Сайон стала поучительной историей, историей о привидениях, пугающей детей. Но мулгвишин был не просто историей. Это было вполне реально, и повторение удара было лишь вопросом времени. Однажды летним вечером группа подростков решила искупаться в море при свете полной луны. Среди них был Джихун, мальчик, известный своим авантюрным духом. Не обращая внимания на предупреждения деревенских старейшин, он поплыл дальше в воду, смеясь, когда друзья звали его вернуться. Плавая, Джихун почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Сначала он подумал, что это просто водоросли, но потом почувствовал это снова, на этот раз сильнее. Он посмотрел вниз, и сердце его замерло. Бледная рука, холодная и липкая, обхватила его за лодыжку и потянула вниз. Он боролся, брыкаясь и извиваясь, но хватка руки была непреклонной. Когда его утащили под воду, началась паника. Его друзья, услышав его крики, бросились на помощь, но когда они добрались до него, было уже поздно. Тело Джихуна так и не было найдено, и жители деревни знали, что мулгвишин забрал еще одну жертву. Глава 3. Растущий страх. Смерть Джихуна потрясла деревню. Старейшины говорили о проклятии, о том, что дух Сайон не успокоится, пока она не заберет достаточно душ, чтобы заполнить пустоту, оставленную ее потерянной любовью. Жители деревни стали опасаться моря, избегая его, когда могли. Но мулгвишин был связан не только океаном, он мог появиться в любом водоеме, от рек до озер, и даже в ваннах ничего не подозревающих жертв. Вскоре люди начали исчезать. Рыбак, пожилая женщина, маленький ребенок, всех забрали мулгвишин. Каждый раз вода была последним местом, где их видели. Деревню охватил страх, а некоторые даже покинули свои дома, надеясь избежать проклятия. Но радиус действия мулгвишина был велик, и никто не был в безопасности. Говорили, что в бурные ночи, когда завывал ветер и волны разбивались о берег, можно было услышать скорбные крики Сайон, разносимые ветром, звук,
от которого мурашки пробегали по спине всех, кто его слышал. Глава 4. Финальное противостояние. Жители деревни знали, что им нужно действовать, прежде чем Мулгвишину унесут еще больше жизней. Они обратились к шаманке, старухе, которая жила в селе с тех пор, как все себя помнили. Она была известна своими познаниями в сверхъестественном, и жители деревни надеялись, что она сможет положить конец проклятию. Шаман подготовил ритуал, чтобы умилостивить дух Сайон. Это была опасная задача, поскольку Мулгвишинам двигали гнев и печаль, эмоции, которые нелегко успокоить. В ночь ритуала жители деревни собрались на берегу, их лица побледнели от страха. Шаманка читала древние молитвы, ее голос возвышался над шумом волн. Она позвала Сайон, умоляя ее обрести покой и отпустить гнев. На мгновение море замерло, и казалось, что ритуал сработал. Но затем из глубин океана появилась призрачная фигура Сайон. Ее глаза были наполнены неземным светом, волосы развивались вокруг нее темными завитками. Жители деревни ахнули от ужаса, когда она приблизилась к шаману. На лице ее лица была смесь печали и ярости. Шаманка стояла на месте, продолжая петь, но Мулгвишин не поколебалась. С криком, пронзившим ночь, Сайон протянула руку, неестественно вытянув длинные руки, и схватила шаманку, потащив ее в воду. Жители деревни с ужасом наблюдали, как оба исчезли под волнами. Вода сильно бурлила, прежде чем окончательно успокоиться. Эпилог. Вечный дозор. В Севе Лагия Фаэбанг уже никогда не было прежним. Жертвоприношение шамана, по-видимому, успокоило Мулгвишина, и смертей больше не было. Но жители деревни знали, что проклятие не было полностью снято. Море все еще было призрачным, и в определенные ночи, когда луна была полна и ветер стих, они могли видеть бледную фигуру, стоящую на берегу и наблюдающую и ожидающую. Легенда о Мулгвишинах продолжала рассказываться, история любви, потери и непреклонной хватки прошлого. Жители деревни знали, что пока существует море, будут существовать и Мулгвишины, вечно ищущие тех, кто осмелится подойти слишком близко к кромке воды. Ибо в глубинах океана, куда никогда не достигают света, ждут духи утонувших, протянув руки, готовые затянуть живых в свои холодные объятия. Конец тихих глубин. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!